второе отделение нашего концерта. Сегодня у нас в гостях самый большой мужской хор России, академический мужской хор МЕПИ. Я думаю, что руководитель хор Надежда Васильевна Малявина и ее хормейстеры сами подробнее расскажут о своем хоре, о прекрасном коллективе. И я с удовольствием приглашаю на эту сцену народный коллектив, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат всероссийских и международных конкурсов, чемпион 9-й всемирных хоровых игр, академический мужской хор МЕПИ. Thank you.
Молчанов. Слова Константина Симонова. Жди меня. Thank you.
духовной музыки. И начнем мы с Павла Григорьевича Чеснокова «Богородицы прилежной». Thank you.
исполнении ансамбля хора прозвучит пятиголосный мотет славянского композитора XVI века Якуба Галуса «Асцендит Деус» – «Господь вознесся». Thank you.
Тише, тише, не шуми, тише, тише, не шуми, тише.
тычине, на самой вершине. На тычине, на тычине, на самой вершине, вершине. Тычину чешка долго ждется, а межушка пьется. Едут по Берлину наши казаки.
просите над своими флажками, мажете все. И поэт Цезарь Солодай увидел там эту девушку, там кому-то там, по-моему, помахал, ей там кто-то из языков подмигнул и все. И вот родилась такая песня мгновенно. Он написал стихи, путь отправил в Москву эти стихи, и братья Покрасы, Дмитрий Даниил, сидели песни. Эти песни рожденные прям вот, вот так, с колесами. Вот такие вот песни. Просим вас отключить мобильный телефон. У кого играет? Спасибо.
Он сегодня отмечает, справляет. Но и у нас сегодня праздник. Вот этот юноша, которого зовут Иван Зятлов, тоже отмечает сегодня день рождения. Вот таким... представлял Россию, один был от России, и он занял первое место. Thank you.
Thank you.
Дорогие друзья, вот теперь обещанное, самое главное, мужской хор 100 человек практически. На сцене сводный хор сегодняшнего концерта в составе академический мужской хор МЕПИ, мужской хор Карелии, мужской камерный хор Карельской государственной филармонии. Стихира «Неделю всех русских святых. Земля русская». Дирижер, заслуженная артистка России Надежда Малявина. Oh.
друзья, сегодняшний наш вечер уже подходит к концу. Я не могу не поговорить, я вообще очень люблю быть со сцены. Не только махать руками. Посмотрите вот на эту гвардию. Помните, песня такая была советская? Если бы парни всей земли хором бы песню одну завели, вот тогда бы был мир на земле, не было никаких войн, понимаете? Потрясающие песни. Вот эти мальчики, эти для меня все мальчики любого возраста, они, это основа нашей культуры, нашего миролюбия. Наш хор скоро будет отмечать 67-ю годовщину. Со дня основания он был создан в 1956 году. При МЕПИ это был такой мальчиковый университет, поэтому, собственно, и получился хор. Мужской хор. Вот. За эти годы хор завоевал все звания, которые только может иметь любительский коллектив, включая даже чемпион всемирных хоровых игр, когда игры проходили в нашей стране, в Сочи. У греха было туда не поехать. Мы поехали, взяли две золотые медали и даже титул чемпиона. Вот. За рубеж хор ездил много раз, мы объездили всю Европу. Ну и бог с ними, понимаете? Сейчас, в общем, да, сейчас как-то даже туда глаза не хотят смотреть. И вы знаете, вот сегодняшний концерт, который происходит вот здесь, в Карелии, в нашей стране, понимаете, он пусть будет началом нашего, знаешь, как это, покорения Сибири Ермаком, да, покорения, не покорения, а знакомления нашего с нашей страной, великой, огромной страной. Я впервые летом тоже съездила на Байкал, я просто потрясение. И вот сегодняшний концерт, посвященный великому русскому композитору Сергею Васильевичу Рахманину. Весь год проходили концерты, серии. Сегодняшний тоже концерт мы отдали дань этому великому музыканту, русскому музыканту. Вот. Хотя американцы считают, что это американский. Вот. Но он помогал во время Великой Отечественной войны. Он свои сборы со всех концертов присылал в Советский Союз. На его на эти деньги строили там танки и все вооружение. То есть это был патриот до мозга костей. Вот. И вот этим концертом, сегодняшним визитом в Карелию, несмотря на то, что такая, ну, не жаркая погода, скажем, чтобы не вспотели, как говорится, чтобы быстрее бегали. Вот. Знаете, тепло мы ощущаем в этом зале. Очень приятно, что полный зал публики. Понимаете, вот это вот прям подогревает, когда ты стоишь на сцене, подогревает вот эта доброжелательность со стороны нашей публики. Вот поэтому мы, начав, конечно, мы тоже много ездили в разных городах, были, мы сегодня прям такую сделаем стартовую, так как у нас будет сегодня площадка вот эта ваша. Сегодняшнего дня мы будем ездить больше по нашей стране, по нашей великой России, по нашим городам и петь для нашей публики российской. Спасибо вам большое. Огромное.